Это вечерняя прогулка. У кого-то машина что-то отказала, что-то. Все, страховки есть и написано. Буксировка бесплатная. Он, пожалуйста, звонит на телефоне, в котором написано в страховом полисе. И приезжает вот эвакуатор. Момента море забирает машину. Здесь вот так, чтобы тросами таскали, нет, я ни разу не видел, чтобы какую-то машину тросами таскали. Тросами или на мягкой сапке, на жесткой сапке все таскали. У моего друга, он Кумлуджа живет, Али, постоянно ко мне приезжает, у него фирма вот такая, именно вот занимается вот этими делами. Эвакуация. А? Машина, автомобильный это магазин. Разные машины, Toyota, Renault стоят. Ой, дорогущие, лучше не подходить. И вот у него несколько таких машин, несколько таких. Грузовики огромные для грузовиков, для маленьких, двухэтажные, одноэтажные. Ой. Все время мне просит, чтобы я приехал. Один раз даже приехал, говорит, давай я тебе одну машину дарю, вот такую. Сделай свой бизнес. Сделай тебе, говорит, это бумаги все, давай, филиал у тебя будет. Я говорю, слушай, это, я говорю, не мое. Ну возьми одну машину, грузовичок, вот, и будешь, говорит, это эвакуировать этих. Дам, говорит, все контакты. Все, говорит, я говорю, нет. Это не мое. Я говорю, я строитель. Вот. Так что куда не понимаешь, туда лучше не лезь. Вот такие дела. Вот это скутерщики достали уже. Везде эти скутера стоят, приходят. Это самое. Банковская карта. Раз, короче, прилагает и одна. На 1 час 1 лира. А, то есть минута 1 лира. Так, 60 минут, 60 лир. Огромные деньги. Везде эти скутера стоят, прислоненные. У каждого столба. Вот так вот. Так что, такие вот дела. Люди сидят в кафешках, отдыхают, кушают. Вот. Здесь это везде принято. Вечерами, да и днем, целыми днями сидят ребята. Место для общения, для диалога. Вот в таких вещах люди вещи бросают, свою одежду, одежду, нуждающимися потом. А, нет, это мусор, раздельный мусор. А есть другие ящики тоже, я с этим перепутал. Ой, вот такие вот дела. Пойду вот по этой улице. Вот улички на такие вот. Темненькие улички такие. Вот лодки стоят. Вот лодка чья-то. Ну, хорошая лодочка. Вот ночные улицы вот здесь вот. В культуре. Здесь можно спокойно ходить. Никаких проблем. Освещенность такая. Так же, как и в Ахатлы. Вообще, вот эти районы самые такие. Вот Ахатлы, Культур, Гульверен, Енидоган тоже большинство мест. Вот все освещено, все хорошо. Вот. Тихо так. Можно хоть 3 часа ночи гулять, и ничего не видит самое. Вот такие вот, типа сети, вот такие вот они тоже. Есть такие дома. Разные вот такие вот. Вот. Это обычный дом, как на сети похож. Здесь калитки, там ворота. Вот люди живут. Так что мусорный бак. Вот такие не дают им до конца заполняться. Мусорщик машин приезжает, забирает все сразу же.
Вот это внутренняя часть улицы. Вот я больше сейчас там, где центр гуляет, там улица центральная, которая Кони Алты идет. А это вот внутренний. Смотрите, вот такие дома, вот они. Вот такие вот дома. Видите? Тишина и покой. Хорошо, никаких. Я же говорю, я за 8 лет, я здесь даже серьезной драки не видел, не рад. Дай Бог еще, чтобы не видеть никогда. Вот. Никаких этих. Так, иногда бывали скандалы между женщинами, там какие-то эти, мелкие такие. А так нет. Вот этот дом снесли, видимо, будут строить. Долго его не сносили, видимо, с хозяином нашли общий язык. Вот здесь будет дом построен, вот как вот этот. Вот. И по огромным ценам будет. А салон сотовой связи, вот они, работают. Так что нормально. Вот они, как видите, работают. Телефоны бэушные, такие. Ремонт тут делают, и бэушный телефон можно купить. Вот такие улочки вот они. Видите как? Погода 20 градусов сейчас, тепла. Где-то, ну, днем было 21-22, да, сейчас, наверное, где-то 18 тепла. Вот так вот. Вот такие улочки. Всех вам благ, пока-пока.